Всем привет, на связи Экосплей, и как я и обещал, я записываю дополнение к нашему прохождению цивилизации. Я не буду томить долгим ожиданием, поэтому дальнейшее видео я просто сделаю на быстрой перемотке.
небольшое отступление. Как вы видите, у нас всю территорию нашей, так сказать, планеты затопило. Поля не приносят пищу. Соответственно, население у нас уже уменьшилось в 4 раза. Необходимо быстрее строить космический корабль. Потому что, судя по вот этой диаграмме, у нас вероятность успеха 0. Так, ну что ж, население нашего корабля составляет 10 000 человек.
Время полета тоже, в принципе, нормальное. У нас снова уменьшилось население почти что на 500 тысяч. Я предлагаю сохраниться. Вот здесь, в последнем слоте. Перейти во вкладку «Космический корабль». И свалить с этой затопленной планеты. Давайте посмотрим на карту мира. Напоследок, как вы видите, затоплено все. Наши города постепенно исчезают, население уменьшается. Поэтому давайте покинем эту землю и засрём какую-нибудь другую планету. Поехали! Наш корабль стартовал. Корабль запущен. Все мигает, все переливается, все работает. А пока он летит, мы будем коротать. Эти 10 лет на нашей постепенно тонущей планете. Собственно говоря, тут уже все равно, где что происходит. Как все равно, где что строить. Что можно построить? Какие-нибудь чудеса света? Пусть будут неземные цивилизации. Так, уже прошло 6 лет. Осталось совсем немного. Зачем нам колонисты? Не знаю. Пусть это будет красиво. В 2399 году путешественники Земли положили начало освоению космоса. Корабль, где было 10 тысяч римлян, колонистов, успешно преодолел расстояние между звездами. Прибыв на планету 2409 в Солнечной системе Альфа Центавра, эти отважные пионеры начали колонизацию нового мира. Отлично. Замечательно.
Хорошо. Играет классическая музыка. И это сам, собственно говоря, другая концовка этой игры. Ну что ж. Отличная новость. Римляне прибыли на Альфу Центавру. Газета «Секреты красоты Клеопатры» снова. 1 января 2409 года нашей эры. Газета стоит 10 рублей. Всего лишь навсего. Ну и, собственно говоря, что тянуть кота за подробности. Давайте закончим. Ничего себе у них там запасы. Да, мы захватили всю эту планету, только смысла от этого уже никакого. Минус немцы. Минус французы. Минус негры. Минус вавилоняне. И, наконец, ацтеки. Ну что ж, на этой ноте можно, в принципе, с первой цивилизацией окончательно закончить. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новой игрушечки!